Добрый день всем любителям стратегии в реальном времени, у микрофона Хио, мы с вами продолжаем играть в Starship Troopers Stern Command, проходим сценарии из последнего, одиночный сценарий из последнего дополнения Raising Hell, предыдущий сценарий налет на преисподнюю, ну так скажем, заставил меня немножко попотеть, вот, но, опять же, да, это все из-за того, что там нужно было, условно говоря, одну такую боевую связочку найти, и все пошло как по маслу. Вот. Пока ее не нашел, мы немножко страдали. Ну, посмотрим, что нам предложит, какой следующий челлендж задания «Собирай и обороняй». Чтобы найти подходящее место для нового топливного завода, контрактникам Гефистара предстоит запустить бурые и собрать образцы вулканической почвы. Но стоит им покинуть территорию аванпоста, как тут же поступает сообщение о наплыве арахнидов в этот сектор. Ну что ж, давайте смотреть. Так, давайте вот это тут видео посмотрим. То есть тут бойцы обороняются, жуки лезут на стены. И тут типа они где-то в поле. Но я только войска вижу непосредственно. То есть никаких этих ни роботов, ничего не вижу. Вот турелечки я еще вижу, кстати говоря. И пулеметчики стоят на крышах. Ну ладно, хорошо, давайте запускать. Давайте уже. Посмотрим непосредственно. В бою. Что там, да как? Будем разбираться. Контрактникам Гефистара поручено собрать пробы грунта, которые позволят определить вектор индустриального расширения. База экспедиции послужит изолированный аванпост, укрепленный и готовый отразить любую атаку арахнидов. Новая задача — добудьте пробы грунта. Три пробы нам нужно добыть. А где это нужно? А, то есть вот сюда. То есть отсюда мы типа обороняемся. Выживите как можно дольше. Так, ну хорошо. Я так понимаю, что... Да, вот отсюда они могут пойти. Арахниды продолжают наступать, вынуждая Гефистара отправить охрану на защиту стен аванпоста. Так. Требуется... А, ракетный склад. Требуется ракетный склад. My expertise is at your disposal. Awaiting contract. Success can follow. Sir. Affirmative. Sir. Money talks. What do you need? We've got a unit under attack. Always invest. Anything for the right prize. My expertise is at your disposal. Sir, we've got a unit under attack. Waiting contract. You've got a job for us? Anything for the right. Pays the bills. Так, сожрали одного, да? Блин, надо было вот этих с дробовиком выбирать. Так, ну хорошо. Давайте тогда одного инженера распустим. Да блин, опять я не в ту клавишу тыкаю. Так, и вот давайте, да, этого с дробовиком возьмем Гефистара. Так, а здесь откуда они пойдут? We've got the tool. Adjusting position for optimal impact. Adjusting position for optimal impact. Nothing we can't handle. Money talks. We follow the money. Engineers here. Kitchen here. We're moving it. All in. Contract accepted.
anything but the right price. Так, ну хорошо, я так понимаю, они тут постоянно так будут нас атаковать. Я так понимаю, они постоянно будут атаковать. Так, что если мне вот этого парня тоже распустить, чисто посмотреть? Ого-го. Adjusting position for optimal impact. Sure thing, we're flexible. What do you have for us? Sir? We've got a unit under attack. A unit has been promoted, sir. Так, там тигры сверху залезли, да? Так, ну они, короче, реально, да, вот так вот и будут атаковать. То есть мы либо сейчас можем дождаться, пока у нас будет хорошая оборона. What seems to be the problem? Sure thing, we're flexible. Ready for anything. Adjusting position for optimal impact. Engineers, roger that. In the market, adjusting position for optimal impact. Sure thing, we're flexible. Sir? What seems to be the problem? Тут ворота практически сломали мне. Anything for the ripe contract price. Accepted. Sir, haul ass! We've got the sure tool. Sure thing, we're flexible. Engineers here.
What seems to be the problem? Nothing we can't handle. Ready for anything. Money talks. Pays the bills. Engineers, move out. Come on, people. We've got the sure thing. We're flexible. Sir? Так, ну что-то как-то не особо идет у нас. Мучники, да, пошли? Так, идем сюда. In the market, nothing for, we can't handle. Sure thing. Sir? We've got the tool for engineers. End. Now, hear this. Ready for anything. Engineers here, all ass. Anything for the right price. We've got the tool for any job. Seems to be the problem. What do you have for us? We've got the tool for any job. What seems to be the problem? What seems to be the problem? Engineers here. What seems to be the problem? Money, we follow the money. What seems to be the problem? In the market for a versatile solution? What seems to be the problem? Frag them and tag. Anything for the right price. Pays the bills. Orders? Waiting contract. Engineers? Affirmative. What do you have for us? We follow the money. Sir. We've got adjusting position for optimal impact. Nothing we can't handle. Так, ты хочешь сказать, у нас время появилось или что? Сходить проатаковать? Ready for anything. Nothing we can't handle. Alert. Ага, фиг тебе. Sir? Contract accepted. We follow the money. The market for adjusting engineers position here. What seems to be the problem? Adjusting position engineers for... Слушай, ну я даже не знаю, о чем дальше-то будем с этим делать. Как бы, да, тут... Я пока не понимаю, какой состав войск должен быть. Ready for anything. In the market for a first adjusting position for optimal impact. Sure thing. Reflection we can't handle. In the market for a versatile solution. Sure thing. Reflection. Nothing we can't handle. Sir? We've got a tool for any job. Engineers here. Жесть. Adjusting position for optimal impact. Nothing we can't handle. Sure thing. Ready for anything. Что-то реально пока нету понимания. What seems to be the problem? Sure thing.
part for nothing, we can't handle. Sure thing. We're flexible. Got a job. Вот видите, они только-только вот и все. И сразу же надо как бы по идее обратно бежать. Так, а если я за припасами сгоняю быстро? We've got the tools. Just in position for nothing we can't handle. Tell us what to do. Stash your tools and we've got a unit under attack. Угу, понятно. Сходил. Так, а почему инженеры-то сюда пришли? We've got a unit under attack. Sir, permanent. Ready for anything. Sure thing. What's just in position for what seems to be just in position for optimal impact. Engineers reporting. Anything for the right one. You've got a job for us? Sir. Tell us what to do. Engineers, follow me. On the market for a versatile solution? You tell us. Sir. На самом деле я уже понимаю плюс-минус, как здесь играть. Sure thing, we're flexible. Adjusting position for always optimal impact. Invest. In the market for a versatile, ready for anything. Nothing we can't handle. Expertise is at your disposal. Sir, intel reports a new bug threat in our sector. Ready for anything. Alert, bug attack inbound. You've got a job for us. Money talks. It pays the bills. Anything for the contract right accepted. It pays the bills. Engineers reporting. In the market for a versatile adjusting position for optimal good investment. What seems to be the problem? My expertise is at your disposal. We've got a unit under tell attack. Tell us what to do. Roger that. Sir, engineers, follow you me. Follow. Ready for anything. We've got a unit under attack. Так, а теперь пирофлаи, да, пошли? Тут эти здоровенные мухи. Ух ты, блин. Господи, здесь-то что произошло? Ладно, ладно, я ушел. Tell us what to do. Sir. Anything for the right price. The expertise is at your disposal. Seems to be the problem. Tell us yes, what to sir do. Roger that. Affirmative. Stash your tools and move out. The market for a bird we can't handle. Engineers, follow me. We've got the tool for any job. Nothing we can't handle. Market for a versatile solution. Got a job. He's set. Seems to be the problem. Tell us what to do. Stash your tools and move out. Talks.
Так, ну пирофлай жесткий, конечно. Ничего не скажешь. Так, а может быть... Наблюдательная система станции Валанс засекает приближение пепельной бури. Когда она дойдет до сектора, любые полеты будут прекращены. Блин, как это проходить, лол? Это же просто жопа. У меня просто одни вопросы. То есть полет... О, смотри, смотри. И вышку мне снесли. Ну, короче, да, видимо, если тут вообще не двигаться, стоять на месте, то как бы... Вот против этих, да, вообще никак. То есть, ну, тут по-любому нужно выходить в ракетный склад. Пепельная буря добралась до сектора, еще долго не стихнет. Несомненно, персонал Гефестара уже эвакуирован. О, танкеры! О май гад! Выживите как можно дольше. Ну, короче, понятно. Мне кажется, здесь, короче, прикол в том, что... Да, это задание как бы нельзя... Прям пройти на 100, ну, то есть завершить. Но можно, условно говоря, Nothing beats a solid advance. Anything for it the pays right the bills. You've got a job for us. Alert. Bug attack inbound. Engineers, now hear this! The arachnids keep coming, forcing Hephaestar to dedicate security personnel success to man the outpost wall. We've got the tools for any job. What do you need? Adjusting position for optimal impact. Ready for an adjusting position for optimal impact. Nothing we can't handle. Engineers reporting. What seems to be the problem? Engineers? Yes, sir. My expertise. You can bet on me. We've got the stuff and we can't handle. We've got a unit under attack. We follow the money. You've got a job for us? We follow the money. Tell us what to do. Affirmative. What do you need? Roger that. Sir. We've got a unit under attack. Market for a versatile gun. Sure thing. We're flexible. Sir. Money talks. It pays the bills. We've got a unit under attack. Engineers, now hear me. Ready for anything. Adjusting position. Engineers reporting. Sir. In the market for a versatile thing. We're flexible. Sir. Так, ну вот, блин, да, вот теперь не получается, как бы.
Прорываться-то я прорываюсь, а вот такое чувство, что какого-то отрядика не хватило на базе. Tell us what to do. Yes, sir. We've got a unit under attack. Nothing. Time to earn that hazard pay. Sir, Arachnids are disrupting one of our bases. What do you need? We've got a unit under attack. Nothing we can't handle. The market for a versatile suggesting position. Affirmative. Always a unit has been promoted, sir. What seems to be the problem? You've got a job contract accepted. In the market for a versatile... Roger that. What do you need? Move out. We've got nothing we can't handle. Adjusting We've got a unit under attack. Bet, In the market for a versatile war support solution, has nothing increased, beats sir. A solid We've got a unit under now attack. Hear this. What seems to be the problem? Money leads sir, the way. Sir, Arachnids are disrupting one of our bases. My expertise is at your disposal. In the market for nothing we can't handle. Sir, Arachnids are disrupting We've got one a of our unit bases. Under yes, attack. Bug attack inbound. Roger that. Тут еще типа излечение идет, какое-то пробы. What seems to be Alert. The problem? We've lost Due to the escalating arachnid threat, Hephaestar has determined that the operation... Жестущая угроза арахнидов заставила Гефстра заключить, что операция стала финансово несостоятельной. А, понял. Типа базу, да, уничтожили. Ну, слушай, это в принципе решаемо. Ну, кажется, я как бы еще, знаете, в чем понял прикол? Видите, здесь стрелы... А, ну это нет, это вот то, что Бур у меня здесь, видимо, его попытаются проатаковать. Короче, понятно. Зачищаем вот эти штуки, нам дают, естественно, ну, всякие получше плюшки. Кстати говоря, вот этот Бур ближайший, он здесь находится. Ну, прикол... Не, по-хорошему, интересное задание на контроль, как бы, ну, блин, на таком уровне сложности, что-то прям вообще жесть какая-то. Я вот, видите, сейчас... Пытаюсь как бы немножко по-другому отыграть всю эту историю. Может вот так вот в центр сюда сначала пойти. My ex- That's a good investment. Alert. Bug attack inbound. Yes, sir. The arachnids keep coming, forcing Hephaestar to dedicate security personnel to man the outpost wall. Арахниды должны наступать, им нужно Гефстара отправить. Engineers, now hear this, sir. My ex- money just do your thing. Sir, get your gear. We're moving out. Yes, sir. What do you need? Так, вот мне дали типа финансирование. Adjusting position for optimal. We've got a unit under attack. Engineers, now hear this. No risk, no reward. Engineers here. What do you need? Come on, people. We've got a unit under attack. We've got the tool for any job. Arachnids are disrupting one of our bases. We've got a unit under attack. Sir. Yes, sir. Come on, people. Roger that.
We've got alert. A unit under bug attack inbound. Before honor and that hazard pay. Success can be bought. Our war support has what seems increased, to be the problem. Engineers, we've got a unit ahead. Under attack. Ready for anything. Yes, sir. Adjusting position for optimal impact. Got it. Contract accepted. We've got the tool for nothing any we job. Can't handle. Oi. We've got the tool for any job. Orders, roger that. Engineers, now hear this. Ready for it. That's a good investment. In the market for a versatile solution. Sure thing. Anything. Reflects the right press. We've got the tool for any job. What seems to be the adjusting problem? Position for optimal impact. We've got the tool we can handle. Old money leads the way. Sir? Construction complete. We've got a job for us. Ready for any adjusting position we've for got a unit impact. Under sir. Attack. Adjusting position for optimal success. That's a good так, investment. Погнали сюда. Nothing we can handle. My expertise is at your disposal. A unit has been promoted, sir. Engineers, now hear this. Ready for anything. Success can be bought. Sir. Alert. What seems bug to be the problem? Inbound. Engineers, yes, sir. Now. Anything for the right sure price. Thing. We're flexible. Money talks. It pays the bills. In the market for a versatile solution? Always. Nothing beats a contract accepted. Anything that pays the bills. You've got a job for contract us. Contract accepted. What seems nothing to be we can't handle. In the market for a versatile nothing solution. We can't handle. What do you need? Construction complete. Engineers, now hear this, sir. Come on, people. Success can be bought. Sure thing. We're flexible. We've got the tool for any job. What seems to be adjusting position for optimal impact. What seems to be the problem? We think the right thing to follow. Contract accepted. Follow the money. Contract accepted. Ready for anything. Adjusting position for optimal impact. Nothing we can't handle. Adjusting position for optimal impact. We've got a huge advantage to the next battle tier, sir. Engineer, roger that. We've got a unit. Так, ну вот какого фига? Я вроде вот собирался идти дальше. Так. Alert. Bug attack inbound. In the market. Sure thing. We're flexible. What do you need? Так, а что если наоборот вглубь базы как-то это все дело поставить? Sir, move out. Roger that. My expertise adjusting is position for optimal nothing impact. We can't handle. What seems to be the problem? Sure thing. We're flexible. What do you need? We've got the tool. Adjusting position for optimal impact. In the market for a versatile. Adjusting position for optimal impact. Sure thing. We're flexible. Always money leads the way. Construction complete. Engineer? Yes, sir. Come on, people. Tell us yes, what sir. To do. What seems to be the problem? Nothing we can't handle. We've got the tool for any job. You can bet on me. We've got the tool for any job. Ready for anything. Success can be bought. Ready for anything. Nothing we can't handle. Good thing. A unit has been promoted, sir. What do you have for us? Engineers reporting. We've got a unit under attack. Sir. In the market for a versatile what solution. What seems to be the problem? Adjusting position for optimal impact. Money talks. Ready for anything. Sure thing.
We're flexible. Ready for adjusting position for optimal. Success can be both. Seems to be the problem. Nothing we can't handle. Always invest alert in excellence. Bug attack inbound. In the market for a versatile sure solution. Thing. We're flexible. You've got a job for all the money. What do you need? Yes, sir. Roger that. What seems to be the problem? Adjusting position. My expertise. Money leads the way. Nothing beats a solid advance. Engineers, now. Yes, sir. Да куда ж ты лезешь-то вперед-то, дурачина ты? Лол. Adjusting position for optimal impact. Nothing we can't handle. Ready for it. Nothing we can't handle. It's all okay. It seems to be adjusting position for optimal impact. Nothing we can't handle. Ready for anything. We've got a unit under attack. What do you need? Sure thing. We're flexible. Adjusting position for optimal impact. Engineer? Affirmative. Yes, sir. What do you have for us? What seems to be the problem? Sure thing. Money. Contract accepted. It pays the bills. Contract accepted. We've got a unit under attack. Nothing beats a solid. Money leads the way. You can bet on me. That's a good investment. My expertise is at your disposal. What do you have for us? You've got the tool sure for thing. Sir, we're flexible. Intel reports a new bug threat in our sector. Anything alert for the right price. Bug attack inbound. What seems to be the problem? Sir, roger that. Move out. We've got the tool for any job. Success. Money leads the way. Engineers? Ay. Bet on me. That's a good investment. The market that we can't handle. You've got a job for us? We follow the money. We've got the tool for any job. Always invest in X. Success can be bought. Adjusting position for optimal impact. My expertise is at your disposal. What do you need? Contract accepted. We follow the money. Money We've talks. Got a unit under attack. We follow the money. It pays the bills. Engineers, now hear this. Anything for the right price. Money talks. We've the got bills. A unit under attack. We follow the seems money. Seems to be the problem. Success. Money leads the way. Sir, affirmative. Engineers, move now back. Roger that. Yes, sir. Так. You've got the tool for any job. That's a good investment. Awaiting contract. Опять там кого-то сожрали. We've got a unit under attack. Construction complete. In the market for a versatile solution thing. We're flexible. What do you need? Sir. Sir, arachnids are disrupting one of our bases. Ready for sure anything? Thing. We're flexible. Ready for anything. Adjusting position for optimal impact. Always invest in excellence. Sure thing. We're flexible. Пытаюсь я атаковать. What do you need? Alert. Bug attack inbound. Engineers, now hear this. We've got a unit under attack. Roger that. Yes, sir. Now we're a unit has been promoted, bet on sir. Me. That's a good investment. What do you need? Affirmative. Так. What seems to be the problem? What's the adjusting position for optimal impact? We've got the tools adjusting for position job. For optimal. It pays the bills. Contract accepted. We've got the tool sure for thing. Any job. We're flexible. We've got nothing we can't handle. Sure thing, we're flexible. We've got a unit under attack. My expertise is at your disposal. Seems to be adjusting position, sir. Roger that. Ready for anything. We've got a unit under attack. Money talks. Pays the bills. Ready for anything. Engineers here. Ready for anything we can't handle.
We've got a unit under attack. Success can be bought. My expertise is... Блин, бежать надо быстрее. Sure thing. Nothing beats a solid advance. You can bet on me. Follow the money. Sir? Roger that. Yes, sir. Keep it for the right price. In the market for a versatile solution? Great job. Accepted. Спиваю. We've got the nothing we can't handle. Спиваю. Как хорошо, что они все в одни ворота лезут. Это мне помогает очень сильно. Да куда же вы, ё-моё. С ума что ли сошли? Так. We've got a unit under attack. Alert. Bug attack inbound. Sir, stash your tools and move out. You think the right price. My expert. That's a good investment. Money, it pays the bills. А Бур кто может? Только этот делать, что ли? Только инженер. Да, только инженер. Это грустно. Блин. Блин, вот этих ребят тут не хватает, конечно, но... Им надо там стоять. We've got a unit under attack. We're looking for a versatile solution. Orders? Ready for anything. Adjusting position for optimal. Hey, good thing. We're flexible. We've got a unit under attack. Adjusting position for optimal impact. Sure thing. We're flexible. Nothing we can't handle. Engineers reporting. Alert. Bug attack inbound. You've got the tool for any job. Position properly. We've got the tool. Thing. We're flexible. Sir. What seems to be the problem? Construction complete. Sure, we've got a unit under attack. Ready for anything. Так, ну что хочешь сказать? Ну что-то вроде пока получается. Intel reports a new bug threat in our sector. In the market for a versatile solution. Alert. Nothing bug we can attack attack inbound. Do. What seems to be the adjusting problem? Position for optimal impact. Engineers reporting. Orders? Roger that. What seems adjusting to be position for optimal impact. Nothing we can handle. Так, там сожрали, да? Инжов. Got the tool for any job. Adjusting position for optimal. Got a job for us. We're gonna follow the money. We'll pay our bills. Ready for anything. Good thing. We're flexible. In the market for a versatile solution. Got the tool for any sir, job. Sir, get your gear. We're moving out, sir. In the market for the money. Так, идем обратно. Что у меня там? Что-нибудь хоть дали? Нифига ничего не дали. Да блин. Ready for anything we can't
nice. Engineers here. Блин, ну то, что вот они застревают постоянно, это, конечно, жесть. Да, очень пулеметчиков здесь не хватает. С другой стороны, смотри, пока пирофлаи не умирают, атака идет очень долго. Ну вот оно и последняя атака, да. Ну да, я совсем не успел. We're flexible. Adjusting position for optimal impact. In the market sure thing. We're flexible. Adjusting position for optimal impact. In the market sure for thing. Adjusting position for optimal impact. Nothing we can't handle. Вот так они еще и сзади атакуют. Ready for anything. Nothing we can't handle. My expert. Nothing beats a solid gun. Seems to be the problem. In the market for a versatile solution. What seems to be the problem? Money contract accepted. We follow the money. Contract accepted. We follow the money. Contract accepted. It seems to be the problem. Just in position for optimal thing. Reflex. Engineers here. Affirmative. Ready for anything. Adjusting position for optimal impact. Ready for anything. In the market for a versatile solution. We've got a unit under attack. Accepted. You follow me. Ready for anything. Success can be both. Sir? Roger that. We're in contract. What do you have? It pays the bills. Engineers here. You've got a job for us? Let's claim that bounty. Contract accepted. We follow the money. We've got the tool for any job. You've got the tool for any job. Ready for any sure thing. We're flexible. The ash storm is here, and it isn't going to settle down anytime soon. No doubt, Hephaestar's personnel have already been evacuated from the sector. Все, и танкеры пошли. We've got the bills. We follow the money. We've got the adjusting position for optimal impact. Ну понятно, короче говоря, сейчас мы здесь, собственно говоря, и помрем. Это что, я только, получается, уничтожил один улей, одно гнездовье и два грунта добыл. Ну, такое. А, прикольно он стреляет. Сквозь эту. Кстати, пока там война идет, можно поглядеть, где тут... А, вот гнездовье стингеров было. И вот, и вот. То есть, по идее, можно сначала вообще чисто по центру пойти. Получить возможность... Вообще, если здесь бы дали бы пули... Ну как, дали. То есть, если докачаться до пулеметов, то, конечно, легче будет с этими пиромухами разбираться. Намного легче. Растущая угроза арахнидов заставила Гефстар заключить, что операция стала финансово несостоятельной. Ну понятно, да, поражение. То есть здесь
в этом задании как бы нет смысла его как бы проходить полностью. Ну, то есть, да, я могу, естественно, сейчас вот еще потратить время. То есть я могу все-таки как, каким-то образом довести количество зачищенных ульев до... Ну, то есть все зачистить, всю эту карту, которая сзади у нас находится. Но итог будет все равно один. Итог будет все равно один. Мы будем держаться до последнего, до победного. И все равно мы здесь проиграем. Ну, это 100%. То есть другого здесь не будет. Так что, наверное, смысла переигрывать это до какого-то лучшего результата я не вижу. Ну, единственное, что да, здесь нужно, короче, идти сразу же получать вот эти очки командования. То есть нужно быстро, получается, получить 2 очка командования, а затем сразу же построить здание, которое позволит делать пулеметчиков. И вот с помощью пулеметчиков, в принципе, жить здесь можно довольно-таки долго. Вот. При условии, опять же, если собственные вот эти вот стационарные пулеметы на башнях выживут. Потому что эти пулеметчики, они хорошо вот этих пирофлаев убивают. Потому что, видите, у меня обычная пехота очень долго с ними разбирается. Она очень долго по ним отстреливает. Это реально долго. Вот. Ну, прикольное такое челлендж-задание, чисто на счет. Да, типа, кто дольше проживет, кто дольше... Кто больше очков наберет, это все понятно. Ну, прикольно. Ну, мы же, по-моему, с вами улучшили результат, да? 3000 у нас... Вернее, у меня было маленький счет, а сейчас получилось 3000. Вот чисто... Единственное, что проблема вся в том, что где смотреть эти таблицы лидеров? Ну, то есть, как бы вот она... Так, это не то. Это смертельная аэрозоль. Ну, то есть, как бы, где эти таблицы лидеров-то? Они где-то вообще существуют? Ну, я, во всяком случае, не вижу. Ладно, хорошо. Неплохой сценарий. Тоже неплохой. Чё хотел сказать-то? Я просто подумал о том, что, а может, там всё-таки был какой-то... Я просто, может, не заметил, может, там какой-то был таймер. Который как бы можно было все-таки как-то продержаться, но вроде бы его не было. То есть все равно в любом случае здесь все бы погибли. Ну ладно, я посмотрю, собственно говоря, запись, но скорее всего там его не было. Вот это чисто на очки. Единственный, да, вопрос, что а где смотреть таблицы лидеров, где смотреть собственный результат. Типа кто круче, то кто лучше. Ну да, я понял то, что надо было все-таки сначала по центру продвигаться. Вот, продвигаться именно по центру. Там можно было больше собрать очков командования. И на базе мы смогли бы получше бы войска иметь. Вот, и тогда все было бы хорошо. Ладно, на сегодня заканчиваем. Большое спасибо, что посмотрели. В любом случае, большое... не забывайте оценивать, комментируйте видео. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали или оказались здесь впервые. Жмите на колокол, чтобы не пропускать выход следующих серий. Ссылку на плейлист с прохождением Starship Troopers Terran Command вы найдете в описании под видео. На сегодня все. У микрофона был Хью. До новых встреч. Увидимся и пока-пока.